Ну а что касается русской трибуны, очень здорово, что эта структура появилась, что ребята соорганизовались и поддерживают своих. В последнее время очень активно раскачивали тему, что это какая-то там такая националистическая история. Но очень мне понравилось, как Раисов, боец такой, сказал, да, что когда болеют за своих, это здорово, это правильно, это отлично. Но когда болеют против других, вот это уже деструктив.